Привет, Орел! Перед Новым годом порой происходят совершенно необъяснимые события. Кто-то скептически списывает их на банальные и случайные совпадения. А кто-то искренне верит, что ему посчастливилось стать свидетелем настоящего чуда. И в итоге оказывается прав. К счастью, даже в наше время находятся люди, которые готовы творить добро и исполнять желания. Новый год – это запах мандаринов, снежная пурга, снеговики перед окошком. А главное – это время дарить подарки, радость и прекрасные воспоминания любимым людям. У нас еще есть 5 дней, чтобы успеть зарядиться позитивом и праздничным настроением. Так что вперед! Ленту для вас листала Светлана Бычкова. Отмечайте «Орел Таймс» на своих фото и видео. Будем радовать «Орел» хорошими кадрами вместе.